Привет, друзья! Привет всем из Бостона! Пришли в метро. Я думал, в Нью-Йорке метро запутанное, а в Бостоне гораздо запутаннее метро. Здесь все линии спрятаны друг за другом на разных этажах, и вам нужно просто переходить с разных этажей, и они закручены с поворотами. Конечно, это все снимать не буду, но просто расскажу вам, что когда вы будете в Бостоне и захотите воспользоваться бостонским метро, обязательно смотрите внимательно, куда идти. И метро здесь дороже, чем в Нью-Йорке. Имейте в виду. Друзья, я встретил Джастин Бибера. Шучу. Это моя прекрасная Катерина. И она не видит вывесок, она так смотрит, а их не видит. Кротик. Если вы знаете, как можно это исправить, пишите комментарии, да? Кстати, друзья, метро гораздо чище, чем в Нью-Йорке. Очень чисто, и вы можете не переживать, что как в Нью-Йорке будете видеть крысок. Хотя я думаю, они здесь тоже есть. Ну все, а мы едем дальше. В Бостоне идет дождик. А мы идем в отель, будем отдыхать. Друзья, быть блогером — это очень неблагодарное дело. Можно попасть под колеса машины. Не буду говорить на холоде. До скорой встречи. В отель практически, по крайней мере, нам дали вот такую книжечку Бостон и доступ в нашу комнату. Мы на втором этаже. Отельчик старенький. Мотельчик. Нет, это отельчик, написано Hotel. Так, нам сюда. Запах старого отеля, как знаете, в общежитии пахнет. Все, кто жил в общежитиях, все поймут. Так, нам, наверное, сюда. Ого, поселили нас очень глубоко. Друзья, вы это видите. Вот она, наша комната. Ё-моё. Что это такое? Правильно написано, я не туда пришел. Здесь 14. Ой, извините. Доска гладильная, утюг, сейф, какие-то стаканчики, ящики пустые. Вот такая, упс, такая маленькая ванна. Номер оказался для курящих, поэтому сейчас мы его поменяем. Слава богу, есть номера. Окей, друзья, мы закончили. Это был очень красивый холл, в котором я никогда раньше не выступал.
И поверьте, друзья, это один из красивейших холлов, в которых я пел вообще в целом. Сам город Бостон очень красивый, нам нравится. Правда, у нас не было особо времени, поэтому мы практически ничего не увидели. Но Катерина ходила с утра и что-то видела. Мы бежим на автобус, сейчас мы идем на метро, на станцию, которая называется Symphony. Здесь все называется Symphony. Symphony суши, Symphony бургер, Symphony, Symphony, Symphony. Окей, друзья, мы побежали дальше. Расскажи, что тебе понравилось в Бостоне? И советуешь ли ты вернуться людям, приехать сюда посмотреть что-нибудь? Нам очень сильно понравилось. Мне очень понравилась церковь. Я ее сняла специально для вас, утром вышла при очень сильном холоде. И еще попала в район, в котором мы были в прошлом году, по которому гуляли. Там район богатых людей. Там, где бедные гуляют. Все, друзья. Слова закончились. Дальше действие. Пока.